В этом году рождественский полумарафон проводился в формате онлайн. Все желающие с 7 по 10 января могли преодолеть 3, 10 или 21 километр в удобном для себя месте. Результаты фиксировались при помощи стандартных мобильных приложений для занятий бегом и отправлялись организаторам. В итоге участниками самого холодного забега стали 770 человек из 38 регионов России и 19 зарубежных стран. Не остался в стороне от крупного бегового события и губернатор Омской области. Александр Бурков преодолел 3-километровую дистанцию в парке у спорткомплекса «Красная звезда». Бежать было легко и приятно. Самое важное, чтобы в этот процесс вовлекалось как можно больше мечей. С одной стороны, мы действительно суперспортивный регион. У нас очень много видов спорта развито, очень много людей, которые занимаются физкультурой. И вот так, как раз такие вот международные спортивные мероприятия, как рождественский полумарафон, популяризируют спорт и физкультуру как в нашем регионе, так и в стране в целом.